Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Довольно громкое заявление сделал журналист Осташко, ведущий «Время покажет» на Первом канале, довольно известный человек. На фоне вот этого возвращения Ани Лорак, не буду повторять всю эту историю ее, потому что из видео в видео повторяешь одно и то же, в общем-то. Вот что он говорит. Среди топ-менеджеров НТВ могут присутствовать поддерживающие ВСУ начальники, считает журналист Руслан Осташко. Ни больше, ни меньше. То есть, фактически, он заявляет, в руководстве есть предатели. Предположение о присутствии на НТВ потенциальных предателей Осташко озвучил в своем телеграм-канале в связи с триумфальным возвращением на федеральный телеканал поддерживающий ВСУ Ани Лорак. Так пишет СМИ, так пишет, собственно говоря, в данном случае Царьград. Поющую под таким псевдонимом украинку Каролину Куек позвали в жюри музыкального телешоу «Ты супер» на НТВ. Люди шумят уже довольно много времени, и встает вопрос вообще, если большинство, скажем так, против того, чтобы она там находилась, то для кого сделано шоу? Для людей или для того, чтобы кто-то там зарабатывал, сидя. Почему выбор продюсеров пал именно на эту мадам? Хороший вопрос. Кто ее туда протащил? Тоже. И почему руководство канала этот выбор вообще допустило? Задал неудобный для НТВ вопросы в своем телеграм-канале Руслан Осташко. Журналист отметил, что руководство телеканала не может не знать о предательской по отношению к Розетте позиции Лорак. Это так пишет Осташко. Осташко подчеркнул, что телевизионщики не смогут объяснить свой выбор рейтингами или пристрастием зрителей, поскольку россияне предателей не любят. В доказательство своих слов журналист опубликовал комментарии возмущенных появлением Лорак на НТВ зрителей. Пользователи сети называют ее позором, призывают руководство канала вначале доказать, что член жюри музыкального шоу не является пособницей. И дальше Осташко пишет. Или причина в том, что в руководстве НТВ есть такие же предатели, поддерживающие ВСУ. Довольно неудобные действительно вопросы для руководства НТВ. Вчера и Бородин, или позавчера Виталий Бородин, глава фонда по борьбе с коррупцией, высказался о том, что это руководители телеканала, и им уже были направлены запросы. Но вот Осташко просто это, понимаете, как бы тоже федеральный канал, главная кнопка страны, Первый канал, и журналист Первого задает вот такие вопросы НТВ. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости в формате 24/7. И внизу ссылочка на мои социальные сети ВКонтакте, Одноклассники и Запрещенный Грамм. Успехов, здоровья, всем пока. До встречи.